щебень, песок, тяжелая техника. На улице Говорова идут ремонтные работы. Сейчас, как мы видим, уже уложен нижний слой из песка. Он уже уплотнен. Сейчас идет распределение щебня. Делается с помощью укладчика для равномерного, значит, распределения. И потом этот щебень тоже будет уплотнен соответствующим катком, для того, чтобы основание выдержать те нагрузки, которые предусмотрены. До начала работ тротуар на улице Говорова был вымощен плиткой. Со временем она пришла в негодность, и ее решили заменить на асфальт. Перемены оценят все жители города, а в особенности те, кто любит ходить на каблуках. Теперь шпильки будут в сохранности, застревать им попросту негде. Тротуары здесь были вымощены плиткой, она пришла уже в негодность. Значит, выкрашилась, ну, понятно, очень долгий срок эксплуатации, значит, трудно было ходить, даже ботинки сбивались, так сказать. Вот. Ну, и сейчас проводятся эти работы. Как мы видим, значит, у нас устраиваются основания по тротуару, ремонтируются из песка, щебня, и затем это все будет уложено сверху слой асфальта. На улице Говорова рабочим предстоит отремонтировать не только порядка 2000 квадратных метров тротуара, но и проезжую часть. Это еще около 8000 квадратных метров. Затем они переместятся на улицу Новоспортивную. Там объем работ еще больше. Новоспортивная чуть побольше у нас. Там около 11 тысяч квадратных метров асфальт и около 2500 тротуар. Работы на этом участке будут завершены в течение месяца. Затем они продолжатся на улице Маршала Жукова от пересечения с Красногорским шоссе до бульвара Любы Новоселовой. И это только то, что касается города Одинцова. Ремонт дорог также пройдет в Горках Вторых, Голицыно, Звенигороде и других населенных пунктах муниципалитета. Все работы планируется завершить до конца августа. Евгений Августин, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».